Всем привет! В прошлый раз мы с вами создали самый примитивный веб-сервлет, который выглядел как-то так. И мы его запихнули вот сюда, ну, скомпилировали, запихнули, создали web.xml файлик. Вот, даже у нас index.html-чик файлик был. Вот. И мы это все запустили, у нас все это работало, нам выдало вот такой вот результат. Сейчас я вам хочу рассказать о том, что такое веб-архивы или WAR-файлы. Это, ну, как вы знаете, есть джарки, да, в которые мы можем запихнуть какой-то код и потом их или где-то переиспользовать, или запускать, есть самозапускающиеся джар-архивы. Вот, есть WAR-архивы, это та же самая джарка, делается точно так же, но мы их можем использовать в веб приложение, то есть мы их можем положить в Tomcat и запускать как одну единицу, грубо говоря. Как они создаются? Смотрите, запустим вот наше приложение, которое у нас было, Hello World, мы его создали, в котором у нас один индекс файл, web.xml и класс. Собственно говоря, мы здесь в корне запускаем консольку и пишем jar-cfv. Здесь пишем имя jar файла, там какой-нибудь my var.var. Вот, и здесь указываем, что все файлы, которые находятся в этой папке, я хочу их запихнуть в этот var архив. Нажимаю Enter, и все, вот моя варка создалась. Теперь я эту варку должен в корень сюда запихнуть, в папочку webapps, то есть вот папка webapps. И здесь в корне будет myvar. Я его запихнул, теперь я хочу стартануть сервер. Я пишу sh start sh, сервер запущен. И теперь, если я зайду в webapps, у меня вот этот архивчик, он разархивировался и положился в папочку myvar, которой раньше не было. Вот. То есть у меня все вылезло и положилось сюда. Еще добавилась папочка meta.inf, в которой вот такой вот манифестик есть. Вот, и теперь я к этому через myvar могу обращаться. То есть я могу открыть браузер, здесь вместо Hello World написать myvar, Enter. И вот у меня обратилось к этому коду, который там был. Вот это вот и есть варки, то есть варка — это, грубо говоря, ваше приложение, вы можете запихнуть в такой var файл и использовать его на сервере, там, в Tomcat, или там еще, если вы какие-то сервера используете. Вот. Можно к index.html обратиться. Вот как-то так, такая довольно-таки простая штука варка. Вы, я думаю, если вы будете с Enterprise Edition работать, вы будете часто использовать. Вы должны понимать, что это такое. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.